Окей, ребят, ну что ж, всем привет. С вами Валерич. Ага. Забавитор. Ага, продолжаем, да. Far Cry, сейчас допочки будем выполнять. Что да, вы на стрёме, ребята, успокойтесь. Да, это музыка. Маринка, весело стало вам, да? Подойди, милый, это важно. Я тебе не милый, я вообще. Слышал, ты освободил тюрьму. Ох, какой не милый. Ой, 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 вставай, малыш. Да ты пистолет достал. Да все, все, давай говорить уже, да. Как приятно тебя видеть. Два. Умеешь управлять вертушкой? Да. Аида Драбман, рада познакомиться. Спасибо, что помог мне вернуть Марину, но у меня случилась беда. Сектанты украли мой тюльпан. Это самый проворный вертолет. Точек жизни украли. Тюльпан украли. Тюлип, тюлип. Я честно получила его при разделе имущества. Этот ходячий импотент покрасил его в уродский майонезный цвет. Поэтому, чтобы найти его, тебе придется опознать пилота. Это будет просто. Все остальные вертолеты водят женщины. Мы вместе раньше летали по выходным, но после того, как эти метелки вступили в секту, я знать их не хочу. Метелки. Так что если ты случайно собьешь это предательницу, классное слово, страшного. Слушай. Что метелки. Скажешь, поможешь, и мы с тюльпаном будем помогать тебе. Хорошо. Да, это... О, сюжет. Это сюжетное задание. Да, оказывается, да. Ну, полетели этих метелочек валить. Посмотрим. Подожди, да, я только сяду, потом не взлетаю, блядь. Села, знаю, малыха. Да, села, малыха. Ноги раздвинула, полетели. Что, и так горько? Проветривание. Проветривание, да? Кондиционер включил. А ты там стекло разбей снизу. Его нету. Понятно, значит проветривание уже есть. Все продумано до мелочей Far Cry. Ну. Так, где эти метелки? Охотничий домик, отправляйтесь к нему. Жук, привет, здрасте. Что, здесь никого нету? А, нет, есть. Да есть, есть. Много чего, много кого. Что, где все? Пилот? Где пилот? Если за штурвалом женщина, прикончи её. А вон, вон, блядь. Минус. Ой-ой-ой, пиздец. А за рулем сидит тот еще говнюк. Держись там, милый. Окей. Держись. Вроде бы все. Так, штукарик вот здесь. Да, а давай, у тебя нету, сразу. Да, этого, чтобы починить? Не, я не покупал. Жаль, конечно. Жаль, конечно. А, ты починить вышел в дом? Угу. Поремонтировал. Она сама поремонтировала. Что, не нужно? Она... Ты опустился, и она сама как-то все поремонтировалась. Окей, авторемонт. Авторемонт. Блин, жаль, да ракет нету. Штукарь платить за них его не очень хочется. Мирное небо. Мирного неба. А не вот это все. Топлин. Да ну не так, бля, твоя жизнь должна была закончиться. Я на секунду отвернулся, тут такое. Ёб твою мать. Я вообще-то, ну, не виноват, если что. Да? Это все он, конечно, он же в меня влетел, не я в него. Ой, да, конечно. Ты там по сторонам смотри. А, вот он летит, сука. Вот. О, о, правильно повернул, красавчик. Ищешь мой тюльпан, а за рулем сидит тот еще говнюк. Держись там, милый.
держусь, милая. Так. Жестко, жестко. Подойти. Так, это пожарная вышка. Хорошо. Пожарная, ну да. Тоже сейчас будет взлетать, да, сука? А, вон, не, вон она там. Высмотрелся на девчонку? Да. Вот она, вот. Так она никуда не летит. Не успела, походу. Она даже не думала взлетать куда-то. Да. Вообще не взорвется, думал. 1700 метров, нормально. Нормально, как раз виды посмотреть. Да, красиво. Чем-то напоминает этот GTA 5. Ну, кстати, да, что-то есть немножко такие схожести. Угу. Ну, когда сядешь на землю, вообще не то. А мы летим? Шестая скоро будет. В следующем году уже. А, там, кстати, в Сталкере уже дату релиза указали. Да? Не видел. Что они сказали? 5 сентября. Я ебу. Ну это типа окончательная дата релиза. Они трейлер типа выпустили и поставили 5 число 09. Охренеть, это ж. Ну да. Чё, довольно таки много. Быстро время прилетит. Но нам по походу в этот. Куда-то нужно, а нет. Куда-то сюда. Здесь. Да. Найдите пистолет Аделаиды, смотришь. Сейчас. Сейчас найду. Я поищу. Увидишь этого ублюдка. Подожди, пока сядет. Потом оторви сучонку член и верни тюльпанчик домой. Не. И не мы такое не делаем. Не порань мой вертолетик. А вон он летит, вижу. Да я тоже вижу. Нужно же дождаться, пока он сядет. Так она сюда летит вообще, Линсон? Я сам не пойму, куда он летит. Не, он там останавливается. Куда ты побежал? Потому что он там садится. Что ты, вертолет, да? Ну да, я видел его. То он, 100%. Завладейте! Вертолет не трогает. Блин, что-то... Что-то жопа какая-то. Жопа? Видел, как жопа пацанчика накрыла. Забираем вертолет. Вертолет. Стоишь же, блин. Да, иду, иду. Где стой, ты там? Блядь, стой! Стой! О, всё. Бежит, бежит. Я довольный. Как закончишь, сразу же тащи сюда мой тюльпан. Если возникнут неприятности, имей в виду, что тюльпан оснащен... Неплохо. Да, блин, обычный, по-моему, вертолет. Даже хуже, чем на том, что мы летаем, слушай. Не, так и самый. Ну да, ничем не отличается. В принципе, то же самое. Есть такое, есть. То же самое, блин. Что, вернуть и все, и можем с ним на нем летать, да? Ну да. По идее. Красиво, слушай. Горы. Кто? Лодку? Уничтожь лодку, если есть. Нам там лодки нужны какие-то. Тоже уничтожать. Боже, малышка, чего же ты так далеко находишься?
Кто там подкрепление вызвал? Какое подкрепление? Я не знаю, кто там. Подкрепление. Да, именно так. Какая малыха здесь сидит, ебать. Ты что? Ты что, ты крепко свой ручник держишь, да? Нормально. Держи крепче, а то я на него смотрю, знаешь, уже губки закатываются. Ой, валя. Какие именно? Двойные. Да, двойные. Тебе что нужно открывать, там, да? Да, там где больше кожи, чем тепла. Ну ладно, об этом поговорим позже. Ой, бля. В смысле, мы слишком далеко от цели. Мы здесь, блин. А что дайте там? Дайте сначала приземлиться. А, вот, стреляют, подожди. Кто? Ну, машины стоят. А, у меня нету, короче, этого. Ракет. Мы пока пообнаружим. И вон еще. Мне сейчас. Что ты вчера не сказал мне, чтобы я сделал? Я сейчас занят, не могу. Ой, блядь! Это точно, блядь. Это что-то страшное было только что. Минус Марина. Ой, блин. Я случайно выпрыгнул, блядь. Вспомнил, что у нас же задание, нельзя его заставлять. Минус Маринка. Марина, прощай! Марина, пока! Марина была хорошая. О! Снова налит. А нет, мы уже здесь. Хорошо. Ладно, я-то могу выпрыгнуть, да? Ну да. А мне нельзя его оставлять, по идее. Вау! Подо мной ракета пролетела, ты серьезно? А где они? Нету никого. Посадите тюльпан в гавани. А, мне его посадить нужно, ебать. А, там. Тюлип. In the гавань. Ехал. Все, посадил. Что дальше? Смотри, наши уже машины пиздят их. Нормально. Поговори. Маринка, подожди. Ой, Аделаидка. Аделаида. Черт возьми, ты молодец. Да чтоб мне провалиться. Ты не только подоспел к самому празднику, но еще и тюльпан вернул. Так, я человек слова. Нужен пилот, который отстрелит суслику хрен с высоты 15 метров? Обращайся. Вызывай. Хорошо. Когда хочешь. Без проблем. Только не на закате. Время Ксандер занимается йогой. Дивное зрелище. Ах, это задница, когда он стоит в позе собаки мордой вниз. В общем, спасибо, пупсик. За мной должок. Привет, красавчик. Причем здесь? О, слышишь, она сказала привет, красавчик. Это мне? А, я девушка. Трусы, волчик. Привет, блин. А, это, блядь. Можно ты не будешь йогой заниматься при нас, хорошо? Что у него здесь есть? Пистолеты? Патроны, уточнить. Патроны для пистолета? Ну, давай поговорим. Только посмотри, что творят! Разливают повсюду блажь! ЭТМщики перевозят эту отраву по всему округу. Что она при этом начинает? И заражает ее. Видишь зеленые контейнеры? В них полно блажи. Их везут в какое-то важное место. Нужно найти куда и уничтожить их. Мой лайф-коуч учит решать проблемы поэтапно. Шаг первый. У эдемщиков есть ноут, который поможет отследить контейнеры. Найдем их и подорвем. Бабах!
Ой, понятно. Да, ничего. Я думал, еще один безумный. Да-да-да, я думал, безумные здесь только персонажи те, которые убить нужно, а не тех, у которых задание берешь. Да не, по-моему, они все подряд. Ну, все подряд. А вот вертолетик. Слушай, так она с нами не полетит. Мы на Марине не можем полететь. О, а что ты взял? Что это такое? Я заблуждалась. С меня довольно. О, видишь, какой удобный. О, прыгнула. Кто-то где-то нас заметил. Да, пускай там. Ни поблажек, ни чего-то там еще. Чего-то там тра-ля-ля-ля, тополя. Не понял. Она какого хера с нами? Ты кто такая, идец? На наш... Мы ж ее вроде не брали. Кто-то ее нанял. А, ты, наверное? Не нанимал. Ты что, сука? Взламываем. Пока взламывается, здесь поохраняем. Смотрим. Ух ты, блядь, как так? Откуда ты появился? Что? По земле выпал? А, сверху упал, наверное. Получила? А, до завершения взлома минута. Ну хорошо. Все? Ну, вроде бы. А почему вертолет крутится? Не знаю, не спрашиваю. О, ладки. Бегут сюда. Дай его поджарю. Поджарю. А чё, горит? Ай-я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 й-
Я здесь тоже лежу, если что. О. Как же больно! Серьезно? А, еще ей как помочь. Как же надо. Больно. Кто-то еще, вон бегут. Пума прибежала. Пума горит. Ебать, пума про... Что это было? Можно отследить лодки, но сначала тебе надо подняться в воздух. Понял. Проследишь за ними с высоты птичьего полета. Ну, это... Ну, давай отследим. Будем отслеживать их. Что ж поделать-то? Едем, пупсик. О, я наперед. Нужно ее, короче, увольнять. Мне она не нравится. Она меня пупсиком называет. Пупсик. Раздражение прям очка идет. Открывается, да? Ага. Вот это жизнь. Сижу в своем вертолете с таким милым пилотом и моим пирожком Ксандером. О, это так красиво. Напоминает. Ты можешь ее завалить? Тихо, малыш, у мамы ностальгия. Я столько. Смотри, отшлепаю. О, есть, выпало, все. Серьезно? Задал. Да. Зашибись. Ой, задал. Ты слышал, она орила, отшлёпает по попе. Вот это все. Надеюсь, она больше не вернется. Но она пока не может сражаться. Ну это ж хорошо. Она упала с высоты птичьего полета. Ладно, тоже неплохо. Блин, красиво здесь все-таки как. Ну да. Уже который это говорю. Ну и где этот конвой? Лёдочный. Ага, вон.
Угу. Видно, блин. Во, это что, лодка? Найдешь лодки, следуй за ними. Они приведут тебя к тайнику. О, лодочки. Поплыли, блин, ребяточки. А, следуйте за ними, ё-моё. Я уже хотел стрелять. По привычке. Да за шо? Да за... Вы издеваетесь, блядь? Слишком близко подлетел, походу. Издевается, не? Пока следующая, пока. Еще одну мандаринку заточу. Точи, точи. В смысле, если мы слишком далеко, нормально мы? Так они остановились вон. Они нас ждут. Они там вон и стали, походу. Угу. Это у них конечное. Замечен напарник. Какой? Мне не дай бог она прибежала сюда. А прикинь. Все или нет? Что такое, блядь? Или мы их испугали? Да не. Вроде норм. Ну шо, ребята? О! Неплохо. О, вот контейнеры. Их много. Попал. В два так точно. А сколько? Ого. О! Там еще внутри, походу, контейнер. Ага, вижу. Ну, да. А, еще в этом, блядь. А, не нужно защитить, я-то думал. Все? Да нет, там еще, подожди, дай. Справлюсь. Блядь, я умер. Но здесь нету. Как так-то, а? Грустно умирать, однако. Еще 4 контейнера осталось. Так, а где они? Там внутри, блин. Блин. Все внутри. Еще. Но. Есть. Замечательно. Все, я больше не буду выпрыгивать. Хорошо. Я не хочу. Все выполнено. Да. Yep. За чистоту окружающей среды. Тюльпан открыт. О, что-то полетело. Тюльпан открыт? Угу. Там что-то бьют. Вот, ну давай. Избавляйся. Так, куда нам дальше? Выполнять допки, да? Походу, скорее да. Скорее всего. Скорее всего, допки. Так, а где они вообще? Есть сектантские лодки с наркотиками, сектантские грузовики с наркотиками. Там 3, там 1 остался. А, подожди, еще есть этот? А, не, это... Это там не, дальше не все, все допки идут. Ну да, допки. Есть клатч Никсон, вот. Давай полетим туда. Это где вообще? Вот сзади. 1600 метров.
возле тюрьмы округа Хоуп, там недалеко. Ну это же дополнительно. Ну да. Ну ладно, сейчас слышу. Лодочки встретим, контейнеры какие-то, грузовики там. Ну, да-да-да, ну вот. Чтобы выполнить то тоже законченное задание. Прочистим территорию, так бы сказать. Угу. Попробуй еще найди их. Когда они нужны, их нету. Так и всегда. И как, когда они как не обычно. Нужны, задание с этим появляется, блядь. Это что за машинка? А, вот, это с этими. Это наши. Ну, как наши. Не все, конечно. Заключили. Лодка. По-моему, не лодка. Лодка. Да не лодка. Квадроцикл. А, это скутер. Водный, точно. Квадроцикл. Не, лодки будет видно нормально, с большой высоты. Там тоже нету. Это... Вот это тюрьма. Как тюрячка. Обороняет, пацанчики, видишь? Какие... Ни лодки вообще нет. Ничего нету вообще. Не грузовиков, блин. Что за дела? Охренеть. Называется задание, один? Как обычно. Попробуй найди. Попробуй найди. Кто? Опа. Ты опять хочешь? Снова летит, сука. По-моему, он падает, да? А, он выпал, блядь. Выпал? Десантировался. О, нам сюда. Что здесь? Ёлы-палы, что здесь творится? Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. О! Разве ты не видишь? Пропало. Япон, мать. О, мирный, что это такое? Что это такое, блядь? Конечно. Спуск в бездну. Так, это допка вообще жесткая. Может, не будем, не? А давай. Нам промчаться на багги нужно куда-то через что-то. Куда-то через что-то? Ладно, давай попробуем, заебал. 20 марта 1900. А как, что? Один водитель, один пассажир? Я буду штурманом. А не. Спуск в бездну. 20 секунд еще. Текс. Поехали. Ты рядом? А, ты тоже на машине. А, я тоже на баке еду. Ебать! Что ты творишь? Ты... Коняка, блин. Дай нормально проехать, ёпта. Это ты мне дай нормально проехать, сбиваешь меня там. Да, долбал. А, все, ты первый проезжаешь, у меня засчитывается все. Нормально. Понял, давай ты вперед. Ой, блин. Сука! Я промазал. Да я тоже. Да блин, нужно было ехать дальше. Было ехать дальше, не понял. Блять! Да ёп! Да пошли вы, блин, со своей контрольной точки. Ладно. Давай заново. Веселая хуйня. Ну, веселая хуйня, нормально сказал. Да ну, грузись быстрее, ну что за дела, блин? Во, а, ну заново перезапускала, хорошо. Давай, если я там не пройду, то ты дальше едь просто. Да, давай. Я точку активирую. Бам! Ебать, какой-то флетал начался, блин. Хорошо, что еще не какие-то вертолеты, самолеты за нами не едят. Ага.
ну что. Вот это да. Вот это да. 5 секундочек, нам вообще да, нужно экономить, собирать. Так, поедешь? Это вот так, наверное. Вот это был опасный маневр. Оп-оп-оп-оп. Это жестко. Нормально пролетели. Воу-воу-воу-воу. Еще бы чуть-чуть я перевернулся бы. Сколько вообще здесь контрольных точек? А, даже не пишет. Задняя часть. Сык. Можно, чтобы задняя часть не пострадала, пожалуйста. Специально, чтобы у меня жопа с ним так была. Опа. Да-да. Гравитация для него не помеха. Не помеха. Да-да, ты походу так проигрываешь. Я с вами согласен. Два автобуса. Мы сейчас будем еще прыгать через те автобусы. Будет трудным. О! Ебать. Я мог открыть воздух и косим крыло. Нормально. Нормалечек. Промчались так неплохо. Ага. Это было весело. Ну, а что, и все? Выполнено. Неплохо. Ну, 200 очков дали. И баги разблокировали. Баги, лучше по очку больше дали. Что у нас, Вера? О, так 500 осталось, офигеть. Слушай. Ну да. Ну давай еще шазам. Да, давай еще какую-то. Что ты за гай? Марвел. Марвел? Марвел? Точно Марвел, значит к нему, короче. А вдруг там что-то интересное? Нет, а, во. Здесь самолет стоял, как мы приехали. Ну да, я тоже помню. Теперь его нет, а что там? Ни самолета, ни вертолета нашего. Перемещения поближе нет. Нихуя. Придется пешком бежать. Не особо-то и хочется. Бля, машину нужно хотя бы. Придется искать. Не нашей машины, не вертолета, ничего. Ладно. Найдем сейчас. Не, можно, конечно, Что я сделал? Это я случайно кинул. Можно переместиться к точке вертолетной, оттуда полететь на вертолете, как думаешь? Вообще ничего здесь не ездит, что ли? Короче, давай в тюрьму. А потом да, с тюрьмы да. Полетим. А машина, блядь, ладно. Машина появилась? Да, да, машина стояла. Все как обычно, блин. Просто нажал переместиться, вот тебе и машина. У меня кот с ума сходит, понятно. Пара-па-пау. Чики-бау. Чики-бау. Мы полетели. Что, брать тюльпан? Возьми тюльпашку. Поехал среди, не знаю где. А, вот. Тюльпанчик. О. А, розовый, что ли? Серьезно. Мой любимый. Твой любимый, да? Да. Где ты? Как не крути. Марвел. Сейчас какие-то супергерои там будут. Прикинь. Спайдермен, Бэтмен. Ага. Скорее всего, наоборот. Привет, Питер. Привет, Питер. Hello, Питерс. Такая хуйня. Доктор, как его, блядь? Подожди, блядь. Что там, что там? Я, по-моему, грузовик лодка, видел. Лодка, нет? Лодка, лодка. Лодка? Вижу лодку. Да, под нами лодку уничтожь. Минус лодочка. Что-то есть. Еще спереди ехало. А, нет, ну, вроде бы нет. Нужен грузовик еще.
и две лодки. Что-то маловато лодок. А так маловато. Ладно. Наркотиком там перевозят. Я думаю, хотя что думать? Не хватит. Не хватит еще того времени, чтобы добить там 500 очков. Воу. Слушай. Гай Марвел. Точно какой-то Марвел. А, это он снимает фильм, типа. А, блядь, это про Blood Dragon. Да. Ёлы-палы. Blood Dragon. Ну, иди сюда. Ну давай, Гай. Эй, Гай. Рассказывай. Вы все идиоты! Погоди-ка, хочешь сняться в кино? Конечно, хочешь. Конечно, хочу. Давай. Мальчик из провинции, то есть ты, появляется как раз вовремя, чтобы выручить всемирно известного режиссера Гая Марвела. Это я. Я тружусь над этим шедевром уже 4 долбаных года, и я не позволю его угробить идиотам без кинематографического видения. Знаешь, сколько наград получит Кровавый Дракон 3, когда мы его доделаем? Все! Только вот в этой дыре децибелы зашкаливают, а мне для этой сцены нужна абсолютная тишина! Давай, стань героем дня. Мой помощник расскажет, что делать, а я пока немного подумаю о своей гениальности. Blood Dragon 3, блядь. Вера попытается отомстить. Что тут пищит, япона мать? Кто так тут-то врезался? Ой, что это было? Все равно, блин. Подожди. Я разберусь. Да, блядь, кто пищит? Где-то здесь. А, вот. Нашел. Машина пищит просто сама по себе, прикинь. Охуеть. Это кто-то врезал-то, наверное. Да? О. А ей похуй, она дальше пищит. Машина даже не взрывается. Стой, там граната. Слушай, она... Даже сесть нельзя. Понял. Забагованная хуйня. Сука. Да не, мне кажется, это специально, типа, для задания. Думаешь? Ага. Посмотрим. Просто решили подзаебать. Машина пищит мне. Никогда больше не буду работать с французской компанией. Сейчас скажет, пошли машину. Это ты тут за охрану отвечаешь? Слушай, отключим, да? Я не помрешь, а звуковик. Дин меня зовут. Этот придурок уволил помрежа, когда тот отказался взрывать коров. Теперь его гениальная идея снимать типа немое кино, только со звуком. Так что можешь себе представить, что здесь творится? В дебрях Монтаны очень шумно. Ну надо же, тут гремит как на заводе. Устрани источник шума. В прямом смысле, устрани. Слышишь клаксон? Вот о таком шуме я говорю. Иди разберись. Любыми средствами. Любыми средствами. Любыми. Теперь ее там можно будет подорвать? Ну, прикинь, наконец-то. Кто это? Не робей! Да что ж такое, а? Снова чуть не умер. Задолбал ты палить, братан. А там еще сверху бегут. Тебе бегут. В спиночку, на. Получше. А уничтожьте, да? Ой-ой-ой. Испугали меня. Да задолбала она. Да ей богу, бля. Да не, ну. Так долго уничтожать? О, наконец-то, блядь. У-у-у. Понял. Ладно, возвращайся.
возвращайся. Поищу еще источники. Источники. Потом завали птицу, потому что она тоже, да? Пищит, блядь, там и так далее. Летает, блин. Машет крыльями и издает звук. К северу проблемы. Ну вот. А ты патроны дашь? Гоняют нас туда-сюда. Надеюсь, у тебя все в норме. Что они за это время сделали? Ничего, блин. Вообще ничего не делали. Блин. Ёлы-палы, здесь чувака, конечно. Развалили. Не по-детски. О, патроны. Ой-ой-ой. Ну, спасибо за деньги. Ну, там денежки хотя бы лучше. О, патрончик есть. Можно поработать. Стучка. Надо как-то ближе подобраться. Да, красиво кинул. Побежал. А, ты не на меня. Ой, я горю тоже, ё-моё. Прикинь, он ко мне аж побежал. Опа. Куда ты пришел? Да, это будет весело, походу. Что, не закончили еще? Да-да, сейчас вернемся. Еще будут нам говорить, что где-то еще шумно. Давай, давай. Кто-то там, шумно. Не знаю. А, вон. Медведи ебутся, допустим. Уничтожить громкоговорители и сектантов. Слушайте. Так, подождите, стой. А можно сразу кинуть вот так вот, да? Блядь, не достал. Блядь, ножик. Какой ножик? У меня закончились гранаты, к сожалению. Здесь немало. Ну, бегает, суки, бегает. Так где ты, блин? О, все. О! А как это получилось? Не знаю как. Это динамит кинул, сишку. А, о, ну что такое? Ух ты! Где еще громко? А, приехал. Еще один, блин. Кого ты пытаешься уничтожить? Там у меня нету штуки. У меня тоже. Как? Восстают из мертвых или что? Ну, типа того. Или им просто в башню нельзя заходить. Не понял, как ты переместилась. Кого-то привели еще к нам. А ё-моё, задолбало. Даже нечем ее просто. А, так у меня есть это, подожди. Не знаю, у меня все закончилось. А, можно изготовление сделать. Что я гоню? Чтобы наверняка. Ага. О, работает. Еще один, блядь, едет. Да ё-моё, мне не с чем пиздиться уже.
ребята. Ай, блин. Ой-о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 й. Ты смотри, я вообще по боку. Вообще все равно. Ого! 4 аж выбежал. Бля, мне даже нечем сделать, чтобы ты понимал. А что там с чего? Подожди, еще бежит. Сука, двое. Еще. Готово. О. Кайф. Так, защитите область, читайте группу. Сука, еще. О! Кидается чем-то. Подтягивайся к нам. Гай тебя расцелует. Конечно, расцелует. А что еще, блин? Гай, бэд гай, блин. Здорово, дядя. Эти слюнтяи из Голливуда могли бы у тебя поучиться. Ты показал решимость, накал. Даже страшно. Я аж в штаны наложил. Но мне понравилось. А теперь я начну творить свое. Понравились волшебство. Мокрые штаны или... Обосранные. Дракон 3 станет шедевром. Ну, должен стать шедевром. Сколько можно работать над дерьмом вроде... Пацаны, вас хромаки и хромают. Он уже ржавый. Создание мира, мотивация игроков и правдоподобности. Я просто себя прикончу, клянусь. И нет, я не пошутил. Пошел это вон. Будет? Это закрытые съемки. Вот эта штучка? Окей. Okay. Что он делает? Тишина на площадке. О. 200 дали. Всего лишь. 750 дали. Так это а, это этот. За опыт, я думал, за деньги, ну ладно. 200. А нам осталось еще... 200. Блядь. Будет настоящая история. Еще 200 осталось. Что, мы эту серию, я знаю, завершим? Че, волка замочить нужно? Не вовремя. Болчара дикий, блин. Позор. Ну да, давай закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.